Боярин, отправляй меня назад. Иван Васильевич, я был абсолютно уверен, что отправил вас обратно. Торопись, князь, крути свою машину. Где же вы были все это время? В милиции замели, дело щиют. Погоня, князь, скорей! Бегите, Иван Васильевич! Бегите отсюда! Бегу уже, господи, прижимай чашки. Ой, сгинь, нечистая сила! О, господи, где я? Увы мне грешному, горе мне окаянному, бесовский город. Вам круто повезло, потому что я говорю по-русски. А как ты здесь оказались? О, тяжко мне. В Москве один чудесный машину придумал, а после темы меня схватили. Чем я могу помочь? Князь, отправь меня обратно. Нет, чтобы полететь в Москву, надо нужно денег, на билет, заработать. То есть, как? Полететь? Как птица, что ли? Полететь на самолете. О, горе мне! Горе мне! То есть, какой самолет, боярин? И где взять деньги? Так переживать не надо. Нервные клетки не восстанавливают. А? Я вам помогу. Я как раз подумал, у нас тут в Рауне живет много русских. Вы им кофе будете продавать. Какой кофе, князь? У меня шведи кем взяли? Ну, честь ваша, кем никуда не денется. Вот, попробуйте. Ключница напиток дьявола. Ну ладно, здрав будь, боярин. Остаюсь. А что в боярине заказывать будет? И капучино, пожалуйста. Новый заказ. Обаяли меня красотою неба, червёных губ. Жалуем тебе кофе бесплатно с царского плеча. Что вы? Ты чё, самодержец? Сорваешь наш кофе. Нельзя так с деньгами обращаться. Молчи, не учи царя. Завтра к нам другие женщины прибегут. Вы говорите по-русски? Чудненько. А тебе, холоп, чего надо, а? Да что ты все холоп да холоп. Мне экспрессо. What order for холоп? Извините, но ваша борода попала в мой кофе. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься! Боже мой, какой типаж. Прошу вас, продолжайте. А что, мою бороду обидел? Гениально, поразительно. Вы именно то, что мы ищем. Нам как раз нужен такой актер. С таким же темпераментом, с такой же бородой. И чих будешь. Что значит чих? Я режиссер, снимаю вам кофе. Хочу пригласить вас сниматься. Куды сниматься? Ну что значит куды? Там вам никуда не надо уезжать. Сниматься будем здесь. Соглашайтесь, Иван Васильевич. Это большие деньги. Ну ладно. Будь по-твоему. Лепота.
Espresso. The Royal Coffee. Ну вот, денежки заработали, теперь можно и билет покупать. Вот, доехали, это аэропорт, отсюда летите в Москву. Черт, у тебя паспорта нету. Дорогой самодержец, мы пропали. Какой паспорт? Куда летите? В палаты. Какие палаты? Адрес, адрес какой? Москва, Кремль. Паспорт давайте. Какой паспорт? А здесь царь. Что же вы, товарищ Яковлев? На поезде чертиковый паспорт потеряли? Ну, ведь нельзя же так. Ладно, проходите. Прощай, князь. Прощайте, Иван Васильевич. Не поминайте лихом. Скажите, а куда это ты, царь? Да какой царь? У нас тут в Портленде пруди таких царей. Я сам под мостом возле реки штук 20 насчитал. Вот тут у нас нового взяли на работу. Его зовут Сальвадор Дали. There are some lies that seem to die. How could you walk against them?